Видите индикаторная окошечка? Держим пробирочки строго вертикально, чтобы оттуда ничего не вылилось. Строго вертикально. Ничего страшного. Видите индикаторное окошечко? Оно белого цвета. Через 5-7 вертикально, чтобы не вылилось. Розово. Когда полосочки появились, уже можно будет прочитать результат. За результатом обращаемся к доктору. Доктор поможет вам прочитать правильно результат. Доктор находится в маске. Тоже.